Алло. Игнатий? Ой. Привет. Слава Христу. Слава Христу. Слушай, я что-то не могу это связаться. Я тебе посылал ролик. Вот. И сейчас видеосообщение, вот я тебе послал, ты его принял или нет? Да нет, я сейчас в больнице только, в госпитале был. Священника избили, двух священников избили битами. И в реанимации лежат. Только сейчас мы оттуда вернулись. Ой-ой-ой. И кто ж такие идиоты? Ну кто, хулиганы. Напали хулиганы, битами били, железные биты. Да. Черепно-мозговые травмы, все глаза, все, не знаю, смотреть будут, нет. Сегодня первый раз мы увидались. Так а ты ходил в госпиталь, да, в больницу? Да, да? Только сейчас оттуда вернулись. А кто они, откуда? Здесь, в Барнауле или в другие? Да, да. Ой-ой-ой. Одного звать Дионисий, а второго Роман. Ну, из каких храмов-то они? Из каких храмов? Ну, где-то я тут не знаю, где храм какой-то, Феодосия. Ну, ладно, это... Феодосия Пещерского, какой-то тут храм есть. Я не видал, не знаю. Не важно, какого храма это, но я там все равно священник еще. Я соболезную, конечно, это все Господь милости, может быть, образуется все. Вот в чем дело там получилось, и Господь допустил, почему и как это, конечно, нужно видеть или знать хотя бы, от чего отталкиваться. У меня другой вопрос, очень серьезный вопрос, вот в чем дело. Я ролик получил, я уже сейчас что-то забыл, от кого получил ролик-то. Слышишь меня, да? Плохо что-то слышно-то так. Ну, я тебя не вижу, вот вижу твою фотографию. Включается у меня. А не вижу тебя. Включи. Я вас не вижу тоже. Меня не видишь? Я не вижу никого. Да. Ой, мне, видишь, мне это 10-я оперативная эта система. Windows. И они поставили новый скайп. И я не могу что-то в нем что ли разобраться. Или что-то вот так вот получается. Я сейчас вижу твою фотографию и себя вижу. Ну, маленькие клеточки, что я живой человек, шевелюсь. А вот это все остальное почему-то не вижу. Вот. Да у меня и плохо работает. Отключается все время. Да? Сам не знаю почему. Так. Ну и я тоже не понимаю. А вот сейчас у меня видеокамера сейчас выключу. Все работает. Ты не видишь меня, да? Вот так. Не видишь. Ну хорошо, ладно, не видишь, ладно. Я тебе хочу вот этот ролик, о чем говорится там, что православная церковь хотит редактировать Библию. Да вот не будет этого. Ты не слушай глупости всякие. Да? Этого никогда не будет. Ну вот я тебе и послал этот ролик, и я сомневаюсь, и я спросил там, написал, что Игнатий, как ты думаешь, правильная правда или нет? Или это просто запускает, ну, утку такую, запускает червя такого, чтобы это вот смутить людей. И все, и больше ничего. Вот о чем. Вот патриарх Кирилл встречался в Гаване. Да. С папой. Сколько писали? Да. Символ веры изменили. Показывают, как эти новые символы вывешали в храмах. Уже все по-католически. И оказалось, ничего нету. Это называется тролли. Тролли. То есть демоны. В общем, запускают такую ерунду всякую. Ну, да? Конечно. Чтобы смутить людей. Патриарх ничего не сделал против того, что было уже сделано. Вот я отвечаю за что. Ну это я слышал, это слышал. Я в роликах твоих слышал. Да. Ну, вот. А не... это что, Библию? Им не до этого сейчас. Да. За этим стоит слишком большой авторитет. Это они сказали, что отдельные слова, там паки, там можно забить паки бытие, то есть в новой жизни. Но это понятно, устаревшее выражение, только и всего. А оно это под... все время, даже церковно-славянская Библия в новых изданиях все время более русифицированная была. Тут ничего особенного нет. Ну, то, что в ней есть
такие неудобоносимые понятия и прочее все, из-за чего люди одного вероисповедания и начинают между собой припираться, и каждый выбирает то, что ему нравится. Вот из-за чего. Я это все понимаю, вот я где-то год или больше, полтора, вот у меня что-то втемяшило мне в башку, что вот в Библии почему много такого неудобно перевариваемого, и каждый под себя это гребет, что ему нравится. И из-за этого только очень много сектор развелось, тысячи. Вот в чем дело. У меня душа об этом болит, а не в том, что у меня, допустим, шумятица началась или что-то такое. Нет, я просто вижу, сам понимаю, что и ты это прекрасно понимаешь, это все. Я знаю, что ты понимаешь, что твердости нет, конкретики нет. Вот в чем дело. Вот и все. И из-за этого, ну а чтобы редактировать Библию, я за это никак не подпишусь, потому что это все испортит, совсем все, все рухнет. Вот что делать-то. Нельзя уже это переделывать, что есть. Есть с недостатками, допустим, это кто-то понимает, кто-то не понимает, кому кажется. А кому кажется, молись, это так, говорится же об этом. И проси, и Бог освободит от этого всякого сомнения. Ну, просто некоторые моменты такие, что неудобоносимые, перевариваемые. Вот и все. Больше ничего у меня нет. Я хотел, вот, чтобы твое это послушать. Ну, а раз так я тебя понял, и ролик тот-то, если дойдет он до тебя или нет, потому что я... Скайп новый, то есть мне вот эту 10-ю оперативную систему переустанавливают на новую, и новый скайп, и он очень красивый, очень хорошо, очень четкие буквы, и там возможности больше работать с этим скайпом. Там в трех вариантах можно работать, можно слушать, смотреть и работать по скайпу, отвечать туда-сюда. Ну, у меня башка-то не очень соображает, я, наверное, что-то не совсем его установил как следует, потому что у меня не получается с тобой сейчас. Может быть, это я виноват, потому что скайп не полностью установлен, наверное. Понятно, да? Да, это мне не касается. Я хочу вам послать фотографию этого Дионисия. Мы сейчас сфотографировались. Как, не знаю, послать. Поговорим, я вам в конце сброшу. Ну, сбрось, я посмотрю, получу я это или нет, потому что, вот видишь, я... Мы не можем с тобой впрямую-то связаться, да? Тут что-то ничего не открывается, я даже не знаю. В моем мире я бы послал легко, а тут даже не знаю, как послать, куда. Ну и ладно, ладно, пока ничего. Ой, ну я переживаю вместе с тобой вот для этих священников. Конечно, это что-то такое вообще нехорошее, все это такое дело. Ну, переживаю. Но я не хочу тебя отвлекать-то и тратить твое время драгоценное, Игнатий. Давай. Закончим, да? Да. Я выхожу, все. С Богом. Благодарю. С Богом.